Здравствуйте! Начинаем производственную гимнастику. В современном мире без компьютеров никуда, поэтому большинство офисных сотрудников большую часть времени проводят за компьютером. От этого устают глаза и в результате снижается зрение. В связи с этим я предлагаю вам запомнить следующие упражнения, которые рекомендую повторять в течение рабочего времени, каждые 2 часа. Упражнение первое. С силой зажмуриваем глаза на 10 секунд. И 10 секунд отдыхаем. Повторяем это упражнение 10 раз. Упражнение второе. Сфокусируйте зрение на ближайшем к вам предмете и резко переведите взгляд на дальний предмет. При этом старайтесь разобрать детали предмета. И так 10 повторений. Упражнение третье. То же самое повторяйте, только медленно, задерживая внимание на предмете по 10 секунд. Упражнение следующее. Сведите глаза к центру и посмотрите на собственную переносицу. Повторите это упражнение 10 раз. Упражнение пятое. Представьте круг на стене и проведите по этому кругу 10 раз взглядом по часовой стрелке и в обратном направлении. Берегите зрение с молнией. Чтобы стрелять глазками точно в цель, эту цель нужно видеть. Девушки, стреляя глазками, не оставляйте раненых. Добивайте их. Доброго вам утра!